Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем монтировать теплицу Легенда 4 на 6, 4 ширина, 6 длина. Будет форточка в торце, будет дверь цельная опускаться вот на такое вот расстояние вниз. Будет два форточных блока. Пока приехали, раскладываемся и начинаем собирать. Каркас теплицы поставили, закрепили, к основанию сделали отлив, начали крыть стену одну, сейчас докручиваем прогоны, прикручиваем поле ко второй стене и переходим к покрытию крыши. Вот такая громадина у нас получается. Закончился у нас монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда шириной 4, длиной 6 метров. Пойдем смотреть. Цельная дверь. Опустили ее в проем. Сантиметров на 30 получилось. 28,5, если быть точным. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 60. Покрашено все полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Имеются у нас диагональные усилители. 4 штуки. Имеются у нас 2 форточных блока на термоприводах. В дальнем торце установлена форточка торцевая. Стоит все на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. По периметру торца установлен прижимной уголок. Он же декоративный. Теплица очень объемная, вместительная получилась. За счет того, что еще фундамент высокий. Высота в коньке больше 3 метров от земли. Здоровско. Супер. Вот такая отличная, главное, очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.